Как сообщается в информации, размещенной на официальном сайте регионального правительства, вице-губернатор Сергей Филимонов сказал, что группе необходимо активизировать работу со службой судебных приставов. Например, одна из гражданок, будучи владельцей незаконно возведенной домовой пристройки, пообещала ее снести. Однако до сих пор этого не сделано. Но тут удивляться особо нечему. Достаточно выйти, например, из самого дома правительства на Астраханской, на улице Ленина, и двинуться по направлению к Театральной площади. Тут сразу же и упрешься в неприглядное строение, притороченное каким-то образом к солидному старинному зданию поземельного банка, кстати, относящегося к памятникам истории и культуры. Нелегальная постройка стыдливо затянута запылившимся баннером с изображением неведомого архитектурного произведения, но от этого-то не легче. Построила эту беду уж непонятно, каким образом некая гражданка Шпрингер. С кем в свое время проходили согласования, кто давал упомянутой гражданке разрешение на строительство, тайна великая есть. Существует решение суда о сносе. Несколько раз сообщалось о конкретных сроках. Потом последовало известие о том, что неуловимая ранее гражданка пожелала организовать работы по сносу строения за свой счет. На майской пресс-конференции руководством рязанских судебных приставов было сказано твердо: судом должнику предоставлена отсрочка до 1 сентября. Работы по сносу начинаются с 1 августа. В течение месяца объект будет снесен, а строительный мусор вывезен. А вот как злополучное сооружение выглядит сейчас. Стоит себе неказисто, но уверенно. И складывается впечатление, благополучно переживет назначенный документом роковой для себя сентябрь. Так что по-прежнему нет в России ничего более затяжного, чем воплощение в жизнь законов и постановлений.